На прошлой неделе на дорогах Сарова произошло 5 ДТП с материальным ущербом. Кроме того, случились и 2 аварии с пострадавшими. Обе на улице Силкина. Вечером 23 мая возле дома на Силкина, 20, мальчик 2013 года рождения выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Его не заметил и сбил водитель за рулем Kia Ceed. Мальчик получил телесные повреждения, ушибы и ссадины. Другая авария случилась на перекрестке Силкина-Шеверника. ДТП попало на камеры городской системы видеонаблюдения. Водитель Kia Sorento не соблюдал безопасную дистанцию перед едущей впереди Hyundai Creta. Creta остановилась перед пешеходным переходом, и Kia не успела и врезалась в нее. После этого Kia наехала на женщину, которая переходила дорогу на свой зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, пассажир и водитель Kia получили телесные повреждения. Кроме того, на минувшей неделе сотрудники ГИБДД остановили 4 водителей, севших за руль пьяными, и 2 автомобилистов без прав. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.